Изысканные дамы в платьях в пол прогуливаются вдоль деревянного здания гостиного двора. Но это было более двух веков назад. В 1803 году на собрании богатых мещан было принято решение снести старую постройку, а на ее месте возвести новые каменные торговые ряды. И по сей день гостиный ряд остается одним из самых популярных мест шопинга. Во все времена здесь было многолюдно. Горожане собирались, чтобы поделиться последними новостями, назначали свидания и набирали воду из большого общественного колодца. Благодаря такой театрализованной экскурсии маленькие жители Улан-Удэ узнали, что из этой скважины не только пили. Там стояла башня пожарная. Они смотрели с вышки, если загорелся пожар, то они играли в колокола. Горожане, когда увидят это все, они, получается, бегут и собирают все из этого общего колодца воду и тушат пожар. Под открытым небом развернулся фотосалон. На этих снимках можно было разглядеть все уголки Верхнеудинска и, конечно же, старое здание гостиного двора. Пока одни наслаждались чужим творчеством, другие создавали свои шедевры. В администрации Советского района с форматом мероприятия не ошиблись, ведь так история воспринимается гораздо легче. Было очень интересно, и, конечно, в таком формате надо проводить, потому что это, во-первых, костюмировано все, и детям очень интересно. В ближайшем будущем гостиный ряд ждет капитальный ремонт, но фасад здания сохранит свой первоначальный вид. Ася Касьянова, Булат Бадмаев, Новости дня.